Театр оперы и балета, Диамит, мыс Артур и кампус ДВФУ – уже привычные названия автобусных остановок. Но не так давно на заседании комиссии по топонимике возник вопрос, подходят ли эти названия остановкам новых маршрутов на остров Русский. У жителей города свое мнение по этому поводу. Пусть все остается, как было. У меня никогда не возникало насчет названия остановок. Называется и так вроде, театр оперы и балета уже все называют. Как-то не появлялась путаница. Он всегда был Диамит, собственно, здесь и торговый центр Диамит. Мне кажется, и так же и оставлять можно. Возникнет путаница, лучше Диамит оставлять. Мы уже привыкли, лучше Диамит. Для нас лучше. А так, может, для кого-то и новое название будет актуальным. Возникнет путаница, но и эта остановка неудобная. А в чем неудобство? Ну, как-то подход к ней неудобен. Лучше год, как раньше было, так там лучше было, а здесь... А там она как называлась? Так же Диамит? Так же Диамит, да. То есть вы считаете, что название нужно оставить и да. Просто поменять место? Да, вот это будет лучше. Такие сложные названия, как ДВФУ КПП номер 1 и ДВФУ лабораторный корпус, предлагают заменить на мини-ТЭЦ и лаборатория. Закрепить новые названия законодательно еще не успели, а значит официально их не существует. И в Управлении культуры обещали сделать работу над ошибками. Если вот эти остановки названы, людьми к ним привыкли, но они не имеют законодательного утверждения, то это получается, что мы недоработали. Вот мы хотим это исправить эту недоработку и сделать так, чтобы наименование остановок в будущем проходило вот все основные этапы, как положено. Чтобы не возникало неудобства и путаницы, власти призывают жителей вместе обсудить название остановок. Прислать свои варианты новых названий остановок и мнения об уже предложенных все желающие могут на сайте, который вы видите на экране. Анна Бережная, Станислав Лазебный, новости на 8.